Привет всем, меня зовут Игорь Коваленко, и сегодня мы поговорим о том, как нужен о заработке на криптовалюте. Мы поговорим о том, как можно или нужно ли зарабатывать на криптовалюте. Первый момент, мы должны разобрать, что же является собой криптовалюта. Криптовалюту уже создали довольно давно. Она была создана для того, чтобы люди могли покупать что-то или продавать что-то в интернете, но эта валюта, она не имеет бумажных каких-то резервов, она является электронной. Сейчас очень стало популярным направлением и реклама того, что в биткоине можно зарабатывать. Многие люди в интернете советуют, что нужно покупать как можно больше криптовалюты, она растет как бы вверх, и после этого можно на этом зарабатывать хорошие большие деньги. Честно, я начал разбираться в этом вопросе, и для меня стал этот вопрос очень интересный, потому что очень много людей стали влаживать деньги в это направление. Кто-то влаживает $100, кто-то больше, большие суммы влаживает, и кто-то пытается заработать на биткоине, кто-то пытается заработать на других каких-то валютах. И я начал читать в интернете различные комментарии тех людей, которые зарабатывают на данном направлении деньги. Что я обнаружил? Я обнаружил то, что есть два типа людей. Первые люди, тип людей, являются популяризаторами этих идей в интернете. Это YouTube-блогеры. И они советуют всем, ребята, идите, вложите $100. Они показывают или все свои сбережения в эту систему. Они, естественно, говорят, что эта система является очень опасной, и что вы можете в любой день потерять все свои сбережения. И вроде бы эти люди, они кажутся честными, они дают свое, они показывают, что им можно доверять этим людям. Но и получается такой интересный момент, что вы начинаете доверять этим людям, они показывают в интернете свои сбережения, сколько они имеют сбережения в биткоинах, показывают, сколько у них заработок в процентах. И они также говорят, что в день вы получаете 1% к этим сбережениям. Но когда я начал читать комментарии тех людей, которым посоветовали такой вид заработка, я очень сильно удивился, потому что недавно биткоин и все остальное росло, и потом резко он упал. Многие люди на этом потеряли свои деньги. В интернете появилось очень много злостных, злых комментариев. И что я понял? Что люди потеряли огромные суммы денег. Кто-то написал, что он смог только отбить свои деньги и не заработать. Другие в основном потеряли в этой системе деньги. Какой мы можем сделать вывод из этой истории? Что сейчас в интернете очень много лохотронов. И они, в интернете многие люди хотят постоянно заработать на вас, на вашем доверии и на ваших вложениях. Запомните, что легких заработков не бывает. Особенно в интернете. Если мы говорим об интернете, то в интернете нету легких заработков. Если вы хотите, правда, действительно зарабатывать деньги, то вам нужно изучать какие-то навыки. Те навыки, с которыми вы можете работать. Те навыки, что вы можете что-то дать людям хорошего, полезного, и эти люди могут вам выслать и дать деньги. Это единственный из заработков в интернете, который реален. Но биткоин или какие-то другие валюты, они, можно на них тоже зарабатывать, но если вы более такого рода, как аферист. Честно зарабатывающих людей в этой сфере я не знаю. Я не знаю, честно, людей, которые вот действительно заработали хорошие деньги в этом. Те люди, которые просто вложили свои деньги туда. Я не видел таких многих людей, которые заработали деньги или из моих знакомых. В основном все мои знакомые, они теряли деньги на этом. Поэтому, дорогие друзья, я вас прошу, прежде чем, если вы вложите какие-то деньги, во-первых, вложите те деньги, которые вам не страшно потерять, если вы решили все-таки вложить деньги в биткоин или какие-то криптовалюты. Второй момент, что всегда хорошо 100 раз подумайте, прежде чем это делать. Потому что они как бы в интернете заявляют, что вы должны рисковать, вы должны быть рискованным парнем, вы должны что-то сделать со своей стороны.
Поэтому, ребята, очень хорошо подумайте, прежде чем это делать. Я вам честно говорю, что лучше не влаживайте свои деньги в такую какую-то непонятную пустышку. Лучше влаживайте в деньги что-то осознанно, обдуманно, если вы влаживаете деньги. И второй момент, что лучше приобретайте навыки, потому что если вы приобрели навыки, вы всегда будете зарабатывать деньги. Если вы не приобретете этих навыков, то деньги вы в основном не заработаете в этом мире. С вами был Игорь Коваленко. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.